Всем привет, дорогие друзья, с вами Тит Маус, и сегодня мы играем в Майнкрафт, а именно продолжаем играть в Майнкрафт. И что ж, ребят, в этой серии я планирую себе немножко достроить дом и, конечно, сделать подвальчик, в котором мы с вами разместим портал в ад и книгу «Стол зачарования», точнее, да, господи, какая книга. И что ж, ребят, думаю, пора начинать, топор у меня с собой есть, а вот еды нету. Первым делом мне, конечно же, стоит поесть немножко гнилой плоти, так как больше еды я у себя никакой не вижу. Так, первая, вторая, третья, четвертая и последняя гнилая плоть. Отличненько, сейчас я хотя бы бегать смогу уже, 5 чанков у меня стоит на стройки, так, музыка и звуки, все нормально. Ребят, в принципе, думаю, пора убегать куда-нибудь в тот лес для того, чтобы, возможно, даже убить коров. И, кстати, да, возможно, даже в этой серии мы с вами приручим еще немножко коров, потому что, ну, не знаю, без коров никак, действительно. И что ж, ребят, первым делом я вижу дерево, которое просто мне необходимо сейчас, так как дом у меня из березы, и береза мне очень сильно нужна. И думаю, я из нее, как раз таки из этой листвы, выбью немножко саженцев себе, потому что, ну, потому что мне нужно немножко, да, вот, отличненько, первый саженец съест, думаю, этого хватит. Хватит, да. Мне нужно побольше березы. Так, думаю, вот этих трех берез мне даже будет достаточно, потому что домик у меня будет двухэтажный. Да, ну, именно двухэтажный, это и считается подвал и просто вот то, что на улице находится. А именно второй этаж, который у нас будет наверху, прям находиться вот такой высокий дом. Не хочу я делать, так как, ну, некрасиво это будет выглядеть. Так, еще березы. Вот, отличненько, еще одна береза есть, и мы бежим быстрее, ребят. Так, думаю, серия, возможно, получится немножко скучноватой, но если что, извиняйте, так как просто эту серию я решил уделить построить дома. Но думаю, вы, конечно, поставите лайк, поддержите меня. И конечно, всем спасибо заранее. Так, немножко, думаю, грибочков тоже стоит срубить нам. Так, давай чуть-чуть грибочков. Отличненько. Сколько грибов? Этих 13, а тех 2. Еще побольше грибов надо нам. Так, где грибы? Где грибы? Так, мухомор нужен. Мухомора я не наблюдаю здесь. Окей. Так, дерева у меня уже довольно-таки много. И что мне выкинуть? Потому что у меня уже просто-напросто... дофига всего забито. Свинюшка, офигеть, свинья, неужели у меня еда будет, наконец-то. Так, раз, убиваем. Еще одна свинья, ништяк. И тут что у нас? Ух ты, пещерка и лава, вау. Нифига себе. Ну-ка, давайте-ка мы эту свинью с вами как-нибудь поаккуратненько попробуем завалить. Так, сюда и спускаемся, тихо. Свинья, умирай. Так, мясо, я забрал его. Два мяса только, нет, мясо, кажется, там упало туда. Вон оно, ладно, думаю, за этим мясом я лезть не буду пока что, потому что оно мне не совсем так уж нужно. Да, еды еще довольно-таки многовато. Что за фигня, почему ты не падаешь? Должна выливаться, отличненько. Все нормально, если что, потом будем потихоньку спускаться до туда. Ладно, ребят, думаю, березы я срубил, это очень хорошо. Нужно еще что-нибудь найти. Тыквы, тыквы у меня есть, да? Вот они, как раз таки 8 штук. Ну и 9, я думаю, тоже не помешает. Конечно же, давайте срубим его, отличненько. И здесь тоже много свиней, ништяк, ребят. Мы, кажется, с вами сейчас не будем голодными. Первая свинья есть, и еще одна свинюшка. Давай, умирай. Эй, стой, куда побежала? Куда ты бежишь? Куда ты собралась-то, а? Стой. Так, ты где? Свинья? Свинюшка, вот она. Отличненько, сколько мяса? 6 мяса, отличненько, довольно-таки много мяса, если честно. Все, ништяк, уходим, отсюда вам можно уходить быстрее. Давай, идем, вон мой дом. Это что за непрогруженность текстурки здесь? Это что еще такое? Вау, нифига себе, ребят. Вот это, да, нифига, вот это баги. Вы видите это? Офигеть, ребят, думаю, пока что можно вот так выйти. Опять одиночная игра, заходим в мой LP Tit Maus. И где мы появимся? Теперь мы появились в воде. Как-то это странно, ну окей, ребят. Думаю, если честно, это вообще прям прикольно было. Ладно, ребят, у нас есть березы, довольно-таки много березы. И у нас есть еда, наконец-таки. Так, все, ставим на переплавку немножко мяса. И, кстати, железо тоже бы не помешало бы поставить на переплавку. А это все выложить в сундук. Отличненько, все. У нас, наконец-таки, инвентарь не забит. Это очень хорошо. И да, кстати, арбузики можно как раз-таки сразу поставить, да, чтобы они выросли у нас. И мне... Так, вот сюда вот эти досточки. Мне нужно сделать мотыгу. Это есть? Булыжник есть. Отличненько, каменная мотыга уже почти готова. И делаем вот так. И палочки. Отличненько. Так, семена арбузов вы где? Семена арбузов. Эй. А, вот они, отличненько. И косточки не помешают. Вот эти кости я возьму с собой. И, конечно же, будет довольно-таки хорошо, если у меня сейчас вырастет арбуз быстренько. Так, ставим. Где? Вот здесь, думаю, сейчас спахаем мы с вами все. Вот так. Отличненько. Здесь 4 семена арбуза. И тут, конечно же, все можно уже вырастить косточками. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Думаю, этого хватит, потому что мне еще костная пыль пригодится для того, чтобы я сделал себе березы еще побольше вырастил, да. Вот, в принципе, этого хватает. Быстренько идем, едим вот этого мяса. Где ты у нас? Вот оно, мясо. Отличненько. Кушаем. Ням-ням-ням. И еще одно.
Неужели я наелся? Неужели у меня теперь все нормально с голодом? Отличненько, ребят. Теперь, думаю, настало время сделать себе место для подвала. Где же у нас будет подвал? Нужно думать. Так, первым делом я хочу себе вот что сделать. Здесь у нас будет еще кое-что. Так, вот они, березовые доски у меня есть. И, господи, я же забыл вот эти. Кстати, стоп, подождите. Возможно, у меня вот эти вот еще доски остались. Да, отличненько, эти доски у меня есть. И я очень рад, что мне не пришлось бежать, рубить еще и эти доски. Отличненько. Пол здесь сделаем. Вот, смотрите, как это будет выглядеть. Здесь сюда немножко пол. Так, стоп, как тут у нас выглядит? Вот сюда, и еще раз, два. И здесь сколько блоков у нас? Три блока. Отличненько. Получается даже не раз-два, а раз-два-три вот сюда. Отличненько. Раз-два-три. И тут то же самое. Раз-два-три. Вот такой у нас довольно-таки широкий дом получится. Очень даже хорошо. Сюда строим. Давай быстрее. Пам-пам-пам. Отличненько. Все готово. Затем что? Здесь то же самое будет. Он у нас такой получится с вами, если честно, вытянутый. Но, в принципе, это довольно-таки даже... Очень даже круто, да, я вам скажу. Вот сюда поставим все сюда. Затем, что еще здесь? Тут тоже кое-что немножко вытянутое должно быть, именно вот эти вот досточки. Вот так строим, и здесь то же самое. Вот так идем. И 87, мало досок остается, но, в принципе, думаю, не проблема, да? Отличненько, как раз таки мне и хватило, очень рад этому. Вот, срубаем вот это здесь все, вот так, отличненько. И что, вот это, думаю, тоже пока что строить, да, рубить. Довольно-таки, слушайте, большой у меня домик получается, это очень хорошо, мне это, если честно, даже нравится. Лайк, если вам тоже нравится такой домик, такая именно форма домика, она такая прямоугольная получилась. И, если честно, очень даже круто это выглядит. Окей, ребят, срубаем это все вот здесь, вот так, отличненько, и сюда как-то... Так, стоп, кажется, что-то я неправильно сделал, или... Стоп, подождите. А, нет, все правильно, вот так, и вот так все идет. Отлично, все, ребят, готово. Да. А, вот, все. Ребят, если честно, немножко путаюсь, но думаю, это не проблема, вот. Так, делаем. Отличненько, 6 еще досточек у нас есть, думаю, их можно вот так вот сделать. 3, 4, 5, 6, отличненько. Уходим дальше, есть ли у нас тут еще досточки эти? Нет, таких досточек у нас больше нет, но у нас есть замечательный железный топор, с помощью которого мы, конечно, сейчас пойдем и срубим такого дерева, потому что мне просто немножко не хватает, да, для того, чтобы я сделал себе пол. И что ж, вот как раз-таки я это дерево вижу, можно себе немножко его срубить. Раз, два и три, четыре. Думаю, этого хватит. Так, 20 досточек. Довольно-таки, в принципе, много. А, не, 16, господи, что-то я немножко перепутал. Окей, бежим. Фух, так, вот-вот-вот, уже около нашего дома мы бежим. Давай строим дом, мы должны быстро его достроить. Вот так строим и вот так. Отличненько, довольно-таки большой, шикарный, красивый дом у нас получается. Так, и вот так. Вот, шикарно. Затем, что дальше делаем? Затем вот так строим, и что еще? Вроде как все, здесь то же самое, здесь все просто достраиваем. Вот так. Что? А, фух, слава богу, у меня еще стак остался. Я уже, если честно, немножко испугался. Так, и здесь то же самое. Здесь у нас будет такое, так называемое, огромное окошечко. Ну, в принципе, не совсем огромное, но довольно-таки большое окошко, да. В котором мы с вами будем смотреть. Ну, довольно-таки смотрите. Смотрите, как это круто выглядит, ребят, согласитесь? Мне, если честно, очень нравится, красиво очень выглядит. Вот, теперь здесь то же самое делаем. Все, корпус дома готов. Очень даже хороший корпус получился. Теперь время подвала. Да, где мы с вами будем строить подвал? А подвал мы будем строить прям-таки вот здесь, думаю. Да, вот так вот у нас будет лесенки идти вверх, точнее вниз. Вот. Так, лопата есть, отличненько. Строим вот так, строим. И вот здесь у нас уже будет, конечно же... Стоп. А, все правильно делаю, да, у нас будет он не совсем высокий. Ну и не совсем низкий, если честно. Да, я вам скажу, не совсем низкий. Вот это тоже все можно вот так вот сломать. У нас тут земля, и это очень хорошо, потому что это все у нас будет быстро. О, господи, нет, земля сюда. Так. Так, отличненько, все хорошо. Идем дальше. Вот по этой мной все делаем с вами. Так, здесь этого ничего не надо делать. Здесь просто все застроим землей с вами. Отличненько. Что-то вроде как на подвал уже становится похоже у нас. Вот это, думаю, можно вот так сделать. Так, сюда и сюда. И вот так, отличненько. Так, верстак есть. Верстака нет, но верстак сейчас будет. Сейчас все будет хорошо. Вот, ставим сюда верстак. Господи, почему его тут нет? Вот, отличненько, ставим сюда верстак. И делаем
делаем из этого палки. Отличненько, палки готовы. А из палок мы делаем, конечно же, лесенки. 3 лесенки и, конечно же, 6 лесенок будет... 6, господи, что я говорю. 6 лесенок будет достаточно. Так, давай. Отличненько. 1, 2, 3 и 4. Все, ребят, мы можем отсюда выбираться. Так, эту лесенку мы впоследствии сломаем с вами. А сейчас я хочу просто поспать. Так, ложимся спать. Фух, ребят, отличненько. Все. Первый день у нас уже прошел, довольно-таки долго мы с вами строим домик. Отличненько, вот подвал у нас готов. Кстати, если хотите, можете мне написать, строить ли мне дом за кадром. Если хотите, я могу просто-напросто взять и построить дом за кадром. Конечно же, будет тоже очень круто, да, думаю. Но почему бы и нет, да, почему бы не построить домик за кадром. Так, вот здесь у нас как идет. Тут вот так, и здесь уже у нас идет потихоньку. Что-то я как-то тут немножко замудрил, если честно, намудрил. Окей, ребят, тогда вот так вот сделаем. Выход тут такой небольшой. Да, вот здесь тоже сейчас мы с вами выбежим и посмотрим, что у нас тут пошло не так. Так, так, получается, вон в чем проблема. Все, ребят, я понял, до меня дошло. Это здесь вот так идет, тут все правильно. А дальше мы с вами просто-напросто роем. И еще раз роем. Все, ребят, думаю, этого достаточно. Вроде как-то основу подвальчика мы с вами доделали, и теперь мне нужно срочно делать алмазную кирку и идти за обсидианом. Ребят, не боитесь, мы в пещеру с вами, конечно же, не пойдем за обсидианом, мы пойдем с вами к лаве, которая у нас находится посреди леса. О, да, алмазная кирка, неужели новое достижение, обновка? Почему каменная кирка там высветилась? Если честно, это очень странно. Окей, подождите, вот это я, конечно же, выложу. Так, стоп, вот эти алмазы выложу. Еда. Еды у меня довольно-таки много пока что. Съедим, конечно же. И думаю, пора побежать. Так, бежим для того, чтобы срубить обсидиан. Он у нас как раз-таки недалеко. Очень повезло мне с вами с генерацией. С вами, господи, ну и с вами тоже повезло, с подписчиками. Ну и с генерацией мне тоже очень повезло. Корова одна тут есть, второй коровы я не вижу. Ну, если честно, это очень печально, потому что я хотел приручить коров в следующей серии, но не судьба. Ну, окей, ребят, думаю, мы с вами найдем коров, а не думаю, здесь что, их немного, то есть немало, да. Вот, здесь, думаю, вот так вот стоит вырубить и, конечно же, поставить вот сюда. Все, ребят, пришло время приступать к рубке обсидиана. Ребят, мы с вами дорубили обсидиана, наконец-таки у нас есть 10 штук, а для портала ват это, конечно же, довольно-таки правильное число обсидиана. Что я сказал сейчас, ребят? Если честно, это просто был какой-то просто абсолютно бред, я просто гениус, ребят. Ладно, ребят, уходим отсюда, так вот это, думаю, срубить стоит. Ну, у нас, короче, 10 обсидиана есть, и мы сейчас можем уже построить с вами портал ват и поджечь его. И, ребят, думаю, как раз-таки прямо сейчас я прорублю вход к порталу, да. Так, как у нас здесь идти будет? Получается, отсюда, если идти, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 блоков. Отличненько, хорошо, ребят, все, уходим и рубим 8 блоков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем заворачивать с вами будем. Отличненько, все, готово. Дальше строим с вами подвал, точнее, прорубаемся потихонечку. Вот сюда, сюда, еще сюда. Отличненько. Вот здесь сейчас мы с вами уже все достроим. Вон в той стороне я планирую сделать себе комнату зачарований. Это будет, конечно же, тоже очень красиво выглядеть, я надеюсь. Думаю, домик у меня получится довольно-таки уютненький. Да, в меру уютненький, правда. Вот сюда, сюда, сюда и еще сюда. Отличненько, ребят, вот это вот готово. И здесь то же самое. Тут мы уже начнем с вами размещать с вами этот, как его называют, господи, забыл. Ну что ж такое, он почему я забыл, как его называют. Вот, все правильно. Будем его размещать портал ват здесь. Да, вот так. Отличненько, здесь все дорабатываем, дорываем. Так, тут у нас как нормально все идет. И здесь, походу... Стоп, как у нас тут идет? А, все, дошло. Чуть обсидиан не поставил, было бы плохо. Так, получается, здесь у нас все идет вот так. Отсюда следует то, что я немножко потупил, да? Нет, стоп. Вот здесь как-то вот так все строится, а тут у нас уже стоит обсидиан. Ну, в смысле, ну вы поняли, я думаю, меня. Все правильно, ребят, да, я делаю. Все очень хорошо у нас получается. Стоило бы сделать еще алмазную лопату, чтобы это все было побыстрее. Но, думаю, не совсем это прям так важно. Да, вот здесь все строим так, отличненько. Тут еще вот на третий блок. И копаем немножко вот теперь правее, да. Так, здесь 1, 2, 3.
Вот, и правее вот копаем здесь. Все, ребят, вот это место уже просто абсолютно реально для портала в ад. И что ж, ребят, думаю, пора его начинать строить. Первым делом нам нужно построить что-то. Подождите, как мы его будем строить-то? Вот тоже интересный вопрос. Что у нас там? Тут у нас уже земля идет, да? Да. Так, как-то его нужно по-другому построить там чуть-чуть. Капельку. Вот, все, ребят, дошло до меня немножко. Просто для начала немножко до меня не доходило. Вот так строим. Вот так тоже строим. И здесь вот как-то вот так будет он у нас идти. Да, все правильно. Немножко он там будет выглядывать. Но думаю, это не в этом суть, ничего страшного. Возможно, в скором времени мы с вами сделаем коврики и просто-напросто все тут застелим. Все отличненько, портал готов. Вот он у нас есть. Нам нужно идти только делать зажигалку, чтобы его поджечь. Я надеюсь, у меня дом не загорится от него. Ну, надеюсь, да, ребят, не загорится. Так, ремень есть. Кремния нету, да вы что, вы издеваетесь, что ли? Окей, давайте построим его. Так, и вот так поставили. И теперь, конечно же, выбьем его по-любому. С 9 штук кремний хотя бы один у нас выбьется. Так, отличненько, готово. Железо есть? Да, железо я переплавлял где-то здесь. Вот, 8 железа есть. Отличненько, ребят, конечно же, его теперь можно вот сюда поставить. То там кремень. И зажигалочка у нас готова. Идем поджигать портал. О, господи, уже 5-я часть, и у нас портал в ад есть. О, шикарно, как это. Все, идем. Пам-пам-пам-пам. Отлично, ребят, портал в ад готов. В следующей серии мы с вами, возможно, таки в ад отправимся. И если вам понравилось, чем... Точнее, не то говорю. Чем больше лайков, тем быстрее серия, повторяю. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и прокомментируйте. Это очень важно. Комментарии читаю и, конечно же, попытаюсь ответить. Кстати, да, еще, ребят, напишите, пожалуйста, строить ли мне дом за кадром, продолжить ли мне стройку подвала за кадром, или это все потихоньку продолжать с вами. Думаю, да, ребят. Серия получилась немножко скучноватой, но, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.